Здесь вот в докладе прозвучало, что наше село будет газифицировано, но мы до сих пор не знаем сроки строительства межпоселковой трубы высокого давления. Приходил ко мне сегодня представитель ваш, значит, мы сказали, что дадим письменный ответ, просто нам нужно с Тулуоблгазом проговорить, какие сроки у них контракт они завершат. Соответственно, в этом году точно контракт будет завершен. Контракт разыгран, подписан, финансирование по контракту есть. Мы свою часть работы внутри поселковой мы выполнили. Вы тоже свою часть выполняете. О какой дороге речь идет? Ибифань Барановка. Так, пожалуйста, Николай Иванович, справочку. Это наша дорога? Областная, наша, да? Наша дорога порядка 11 километров, если не изменяет мне память. Вопрос задавался, в ремонте на 2015 год не включена, но в связи с наличным приемом этот вопрос поднимался, мы сегодня рассматриваем возможность сделать по содержанию, привести в божеский вид. А почему на 2015 год ее не включили? В селе Бараново, если не изменяет, там Маринка и Бараново, если не изменяет мне память, два села, общая численность там где-то порядка 150 человек. Okay, вот уважаемые жители, я просто хочу, чтобы вот, когда люди вам докладывают, мы все проекты стараемся четко, вот, ну, во-первых, отследить и все эти проекты выложить в открытый доступ в интернет. Везде есть логика. Я представляю деревню Белоозеро, пайщиков программы газификации. Уровень газификации достаточно высокий. Значит, в целом по области больше там, 82%, почти 83%. И мы во все населенные пункты, где стоимость газификации со стороны бюджета Тульской области составляет до 150 тысяч рублей на одно домовладение, мы все эти населенные пункты включаем. К сожалению, у нас есть проблема другого характера. Когда мы включаем населенные пункты, мы выполняем, а потом жители не подключаются. То есть вот есть такая проблема. Соответственно, тогда стоимость вырастает. Поэтому до тех пор, пока мы не обеспечим всех людей, которые подпадают под эти параметры, мы под более дорогие параметры выходить не будем. Поэтому у меня просьба к вам тоже все-таки не передергивайте факты. У нас деньги, которые мы, деньги направляем на эту программу, у нас деньги есть. Что касается вообще вот конкретной земли в границах СПК Хитровчин. Я являюсь руководителем этого хозяйства. И уже несколько лет идет война. Реальная война с чиновником. Понятно. У пайщиков то, что он арендует, он задолженность у него перед пайщиками есть. Информацию не владеем, пайщики к нам не обращаются. Хорошо, ну вот смотрите, вот он просит несколько гектаров у вас вокруг разрушенного там здания, я не знаю, чего там здание? Картофелехранилище. Оно все равно у вас стоит разрушено. Вот в чем проблема? Это его здание, площадь здания настроенное. Да. Площадь, которую он хочет вокруг разрушенного картофелехранилища, ну, в аренду уже, правильно? 2,5 гектара. Нет, выкуп по льготной цене, как собственник здания. Хорошо, ему, ну, пускай выкупает, в чем проблема? Ну, пускай выкупит по льготной цене. Чего? Слушайте, вы знаете, почему Советский Союз-то развалился? Потому что вот мы огромная страна, а 50 соток людям раздать вовремя не смогли. И вот я просто помню, как вот, я не знаю, там много людей здесь пожилых, вот мы с родителями строили эту дачу. Вот 6 соток, и дом одноэтажный с этой вот с крыши наискосок. Ну что вы, слушайте, хочет он работать? Да дайте вы ему. В чем проблема? Вы не нарушаете ничего? Нет. Ну и дайте ему выкупить. В чем проблема-то? Хорошо. Ну это же вопрос же самозанятости. Он же у вас не, на бирже не стоит, сам себя кормит, детей своих там кормит, каких-то родственников. Ну в чем проблема? Вот это объясните. Вот ваше, я не знаю, вот перешло в какую-то личную неприязнь. Поблагодарить всех жителей наших шахтерских поселков, людей за то терпение. Вот сегодня мы вручали ключи. Конечно, очень много пожилых людей. Вы знаете, вот когда жмешь руку вот, пожилой женщине или пожилому мужчине, вот, вот эта угольная пыль, она уже до такой степени уже Тула угля уже больше 10 лет нет, а вот угольная пыль до сих пор в руках у людей до сих пор осталась. Конечно, мы отдаем те долги, которые были накоплены в предыдущих времен. Я хотел вас поблагодарить за терпение. Ну и, конечно, сказать вам, помните, да, что программа начиналась благодаря президенту Владимиру Путину. Эта программа действительно начиналась в 2006 году. Но 50% денег все равно это деньги туликов. Поэтому видите друг друга, здоровайтесь, желайте друг другу добра, здоровья, как вот наши многодетные мамочки. А за чернобыльские будем биться. Хорошего всем вечера.